Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. В предыдущем ролике я показывала, как проращивать и пикировать рассаду томатов с помощью губки. Технология проращивания перца в губке такая же. Единственное, что не нужно дожидаться, когда откроются семидольные листочки. Достаточно, когда семена наклюнутся. Вот таким образом. Аккуратно извлекаем их из губки и пересаживаем в грунт. Здесь уже видно, какие семена проросли, а какие нет. Почвосмесь готовлю как и для томатов. Одну часть кокосового субстрата, одну часть торфа, две части грунта из магазина. Немного увлажняю почву. Делаю небольшие отверстия карандашом и помещаю в них семена. Присыпаю их землей и еще немного поливаю. И уже через несколько дней перчики прорастут. Желаю всем удачи! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк.